Вот, Алексей, покажи, в чем разница в движениях, да, так, чтобы руки не уставали, а за счет работы корпуса у нас и мощнее получается одновременно, да, и мы не устаем. То есть одно и то же движение, но два разных воздействия. Одно будет утомлять вас и ваши мышцы. То есть только руками делать, да? Давить вот эти Да, вот вот так точечки, вот. говорит, да? А может то же самое, передавать Вот ноги свой пошире вес поставить. от центра тяжести, от пупка, пупок направлен на зону воздействия. И получается, вот я ногами помогаю, нет, вниз провисаю, как бы, да? Вот. И совсем я не устаю руками. Да, грудная клетка Глубже, над посередине над да, зоной и воздействия. глубже получается воздействие. Цигун. Включаем цигун. Вот это движение цигуна. Да. Вниз. Сергей, еще больше нависай. Нависай вперед, вперед. Вот руки практически не просто передатчики здесь. Они никакого усилия практически Вы не сейчас подают. похожи на орангутанов такие. Для горилл таких. Вот руками делаем. Чувствуете, да? А вот. А вот корпусом, да. Чувствуешь разницу? Вот корпус. И у тебя все тело работает, да. Вот так гораздо лучше и соблюдаем принципы эргономики и эффективнее заодно. Молодец, давай пять. Отлично.